Представьте, какая ответственность. Вот сейчас, когда они последние, когда больше никого нет. И дебют на крупных международных соревнованиях. Да, поодиночке у них колоссальный опыт. Но сейчас болеем за них, болеем. Я просто вспомнил, что Максим Тараньков прошел огромную школу. Он тренировался в Перми у Тюковых, потом в Санкт-Петербурге, у Великовых, у Тараньковых Москвиной, теперь в Нины Мозер. У Олега Васильева. Это просто... Забрал все самое лучшее. Произвольная программа тоже постановка Николая Морозова. И музыку предлагал и подобрал тоже Николай. Все внимание. Тройной сальто прыжок с маленькой помарочкой. Тройной тулуп в каскаде с двойным тулупом. Это серьезное начало. Поддержка Ласса с провозом. Очень эффектно ребята все делают сегодня. Ни в коем случае. Тройной сальховский выброс. Высота, амплитуда, хороший выезд. Осталось только тодос и шаги. Уже пятая минута идет. Тут есть комбинированное вращение. А да-да-да-да, шаги же они уже делали, конечно. Очень эффектное вращение комбинированное. И заканчивает в другую сторону вращение. Дотерпеть надо.
Здорово. Встают Браво. Зрители. Встают. Вот не грех так радоваться, наоборот, абсолютно искренне мы их